И здравствуйте, с вами Зиска Хедж, вы смотрите 29-ю серию одиночного летсплея на сборке сервера Svelte.com. Итак, прошло достаточно приличный промежуток времени, но наша система все еще, как вы видите, крафтит хит-эксченджеры. Поэтому я, собственно, решил, пока она крафтит, заняться переработкой урана. В любом случае это сделать нужно. Для того, чтобы работать с ураном, тем не менее, нам нужен специальный костюм. Потому что теперь в этой версии Industrial Craft'а, если вы работаете с ураном без костюма, вы будете поражены радиацией. Нам нужны Hazmat Suit Leggings, Hazmat Suit и, собственно, резиновые ботинки, резиновые сапоги и акваланг, маска от акваланга. Так, как это делается? Нам нужна резина и краска. Насколько я помню, краску я себе здесь наделал специально для этого дела. Теперь главное, чтобы нам хватило резины. Я тут уже, на самом деле, пару раз сбегал за резиной к нашим деревьям, но ее все равно такое ощущение, что мало. Не исключаю, что все-таки надо подумать про резиновую ферму. Правда, я пока не представляю, на чем ее делать, потому что, если честно, я хочу остаться на деревьях из Mine Factory. Так, и как-то он называется, скуба, кажется. Скуба пишется через U, наверное. Да, скуба Helmet. Вот. Я здесь, собственно, себе поставил специально, как это называется, Armor Stand, для того, чтобы переодеваться по мере необходимости в этот костюм, если мы с вами будем работать с ураном. А с ураном мы с вами работать будем. Собственно, это все можно поместить сюда. Сейчас мы будем медленно и печально ходить. Ну, ладно, оно того стоит. Так, у нас есть 342 урана. Как бы нам это лучше сделать? Давайте, наверное, возьмем 64. Хотя, кстати, мы сейчас будем немножко нашей системе, наверное, вредить тем, что мы здесь перерабатываем уран. Поэтому я, наверное, в мастератор положу из нашего экстрактора еще 4 оверклокера, чтобы это все-таки было побыстрее. Что делает наш мастератор? Мастератор делает Crushed Uranium Ore. Вот такую вот штуковину он делает. Собственно, наверное, нужно поместить сюда еще. Хотя так быстро он, конечно же, это не переработал. Это я оптимист. Ну да ладно. Так, что нам нужно делать с этим Crushed Uranium Ore'ом? Давайте возьмем одну штучку. И отлично, нас не поражает радиацией, потому что мы с вами в костюме. Нам нужна термальная центрифуга. Давайте займемся ее производством. Если честно, понятия не имею, из чего будет состоять этот рецепт, потому что это я делаю впервые. Ох ты, нам нужен майнинг лейзер. Энергетический кристалл нам нужен. Так, еще нам нужно 4 алмаза, значит, на это дело. Тоже перемолоть. Так, помимо этого нам нужно coil 2 штуки, advanced machine casing, carbon plate. Есть у меня carbon plate, есть 3 штуки. Откуда взялись, непонятно. Наверное, от ротора остались. Advanced alloy у нас точно есть, basic machine casing мы можем заказать. Basic machine casing, одну штучку, пожалуйста. Так, и тут у нас пока перемалывается. Хотя, погоди-ка, давай-ка ты мне сейчас перемолочишь 4 алмазика, а потом будешь дальше перемалывать свой уран. Потому что эти штуки мне сейчас нужны. Так. Эту штуку мы сделали. Давайте сделаем Advanced. Есть такое дело. Так, койла 2 штуки, электрик мотор. Насколько я помню, это все у нас есть в системе. Ну, в смысле, крафты есть в системе. И катушки 2. Так, а мы пока займемся с вами созданием вот этой штуковины. И ее нужно, кажется, было в компрессор запихнуть. В компрессор запихнуть. Компрессор у нас вот. Давай. Так, что нам нужно для него еще? Advanced alloy 4 штуки, advanced circuit. У нас есть один обыкновенный, возможно, я его для этого и делал, возможно, не для этого. Так, это есть. И майнинг лейзер есть. И все остальное. Еще один койл ждем. Судя по всему, да. Еще 3 провода нам нужно. Ну, где наши провода? Или системка опять потихоньку сходит с ума? Почему-то еще в последнее время стал замечать вот такую штуку, что надо сбросить запрос на крафт.
и вернуть его на место. Иначе он почему-то не хочет крафтить. Вот сейчас, как вы видите, процесс пошел. С чем связано, понятия не имею. Очень нестабильная версия Applied Energistics получилась для Майнкрафта 1.6.4. Ну ладно, что делать. Поставим еще сюда немножко. О, тут он как раз лапис переделывает. И... Что, все еще не сделал? Ты издеваешься? Одновременно, когда работают несколько крафтов, такое ощущение, что предметы, которые были сделаны для одного крафта, используются другим. Вот, собственно, как, видимо, сейчас и происходит. О, у нас закончилась резина. Арк. Так, ладно, тогда я сейчас переоденусь назад в свой этот вот костюм и пойду рубить деревья. И вернусь. И YouTube я вернулся. И, собственно, наша центрифуга. Давайте ее поставим куда-нибудь. Давайте ее поставим вот сюда. Вот здесь я себе, собственно, оставил место под ore washing plant, который нам тоже сейчас понадобится. У меня вот снизу здесь как раз выход воды идет. Вода у меня сделана, как обычно, на extra utilities. Так, ore washing plant, собственно, мне нужен. Давайте его и сделаем. Так, два мотора. Будьте так любезны. И Electronic Circuit. Electronic Circuit, два осталось от чего-то. И два ведра. Ведра у меня почему-то уходят куда-то совершенно немеренной скоростью. Basic Machine Casing. И три Iron Plate. Так, Basic Machine Casing делается, моторы делаются, штуковины делаются. Ладно, дождемся, и я вернусь. YouTube, наш ore washing plant. Давайте его поместим в нужное ему место, то бишь сюда. Так, это есть, это есть. Давайте смотреть дальше, что нам нужно для производства наших урановых ячеек, то бишь стержней. Так, Canyon Machine нам еще нужен. Кеннинг машин. Так, вот их, собственно, две. Обе из Industrial Craft. Интересно, какая нам нужна. Одна делается так, одна делается так. Так, есть ощущение, что вот это. Ну, рецепт не очень сложный, поэтому, если чего, собственно, сделаем другую. Хотя вообще как-то очень странно. Две машины с одинаковым названием. Да, странно. Так, и Tin Item Casing. Нужно... Да сделай 10. Они все по 2 делаются. Так, Basic Machine Casing я, кажется, заказал. Если не заказал, то закажу сейчас. А, заказал. Ладно, значит, будет 2. Ничего страшного. А, так, как обычно, дождусь, пока все сделается, я вернусь. YouTube, мы сделали эту штуку. Canyon Machine. Теперь осталось узнать, все-таки та эта машина или не та. Так, мне еще нужен один кабель для того, чтобы ее подсоединить. С кабелями, насколько я помню, у нас беда. А, нет, есть 8 штук. Мне, в принципе, достаточно одного. Надо будет пойти, кстати, починить свой топор. Или вообще уже себе сделать, что ли, мощный топор. Так, Canyon Machine. Ну, по-моему, в этой штуке тоже рецепт есть. А здесь, на самом деле, случилась весьма такая смешная ситуация. Мой масератор переваривает, как вы знаете, сейчас урановую руду. И я забыл ему на эджектор сказать то, что он может выкидывать только вверх. Поэтому у него была настройка в любую доступную сторону. И, собственно, учитывая то, что рядом стоит ore washing plant, он сюда все это дело успешно и скидывал. Так что теперь у нас вот здесь уже появился очищенный уран. Так, нам надо переодеться. Потому что давайте возьмем этот очищенный уран. Посмотрим, что нам с ним надо сделать. Собственно, все отсюда возьмем. Usage. Так, в термальную центрифугу как раз надо его нам запихать, которую я включил на разогрев. Она работает по принципу индукционной печи, соответственно, если к ней подсоединен транзистор сигнал, она начинает разогреваться. Так, вот сюда мы это дело помещаем. И когда она разогреется, у нас пойдет процесс. А Canyon Machine нам уже, по-моему, нужен в самом конце. Quad Uranium Cell. Так, нам еще вот такие штуки нужны.
Это Iron Plate в режиме экструда. Не научить ли, кстати, нашу систему это делать? Во-первых, надо научить нашу систему делать вот это. И, собственно, вот эти штуки. Так, нам нужен Iron Plate. Одну, пожалуйста. Это быстро было. Кстати, нет, не одну, надо еще одну сделать. Потому что первую я сейчас успешно раскатаю. Режим экструд. Давай. И у нас в системе должны получиться, как они там называются, Fuel Rod. Такая вот штука. И наш Iron Plate. Все как обычно. Из такой штуки делается вот такая штука. Encode. И вот, собственно, нам понадобился, наконец, наш третий металлформер. Тут первый рецептик появился. До этого как-то было грустновато ему. Так, и, наверное, пока, хотя вот этот рецепт, брошу-ка его пока просто в систему, не буду его вставить в автокрафт, потому что там нужно сделать еще некоторые приготовления. Так, Stone Dust, кстати, интересно, что мы можем сделать со Stone Dust? Вообще, зачем он нам здесь понадобился? Мы можем из него сделать, понятно, пену. Запенивать провода, возможно, придется, пусть будет. Так, и, собственно, из этого можно сделать LED. Тоже пусть пока так лежит, хотя... Ладно, на тебе. LED Dust. Хе, одну сделал. Нехороший какой. Так, что у нас тут? О, тут у нас, собственно, уже начал образовываться наш с вами уран. Самый, что ни на есть, настоящий. Давайте это тут заберем. Кстати, у нас, похоже, потихоньку заканчивается энергия. Да, 870 тысяч. Ну да ладно. Так, нам из... этих наших ячеек нужно сделать что? Нужно сделать вот такую штуковину. Нам хватило на две. А вот такую штуковину нужно через как раз вот этот вот самый Fuel Rod. Давайте закажем. Мне нужно 6 ячеек по 4. 24 таких штуки. 23, соответственно, закажем, потому что одна у меня есть. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. И на выходе, по идее, должны получить полную ячейку. Но учитывая то, что машина начала работать, значит, это нужная нам машина. Да. Отлично. У нас появился первый наш урановый стержень. Как я рад. И еще немножко таких штук появилось тоже. По-хорошему, конечно, этот процесс тоже надо бы автоматизировать. Но, если честно, почему-то сейчас мне этого делать не очень хочется. Может быть, потому что я ленивый. Так. Идите тоже ко мне. Насколько мне там, интересно, еще хватит. Еще на две хватит. В итоге у нас хватает материалов на нашу первую ячейку. О, они стакаются, ура, счастье-то какое. Так, и нам нужно здесь еще сделать Copper Plate и Iron Plate. Iron Plate. Да сделай сразу стек, то что я буду мучиться. И Copper Plate. У нас есть две, сделай. А сделай тоже стек. В любом случае, они обязательно где-нибудь будут использоваться. А эти штуки все еще не готовы. Ну да ладно. Так, что я вам хочу сказать. Я сейчас себе доделаю, пожалуй, ячейки. Все-таки после этого дождусь, что у меня закончится крафт моих компонентов. Там еще есть парочка необходимых. И встретимся с вами уже внизу, где я, собственно, буду все это дело складывать в реактор. Скоро вернусь. И YouTube я все еще жду, пока у меня все скрафтится. Но просто решил включить запись и показать вам, собственно, на каком мы сейчас этапе. Я делаю, собственно, LZH конденсаторы, которые требуют Redstone конденсаторы, которые требуют еще много всякого разного, и в том числе реактор Heat Exchanger и реактор Heat Vent. Я, в принципе, себе все рецепты вот этого вот, кроме, собственно, самого LZH конденсатора, засунул в систему, чтобы мне было проще. И вот, собственно, как раз сейчас у меня делаются Heat Vent. Мне их нужно 4. И, собственно, да, как только они доделаются, мы с вами увидимся снова.
и YouTube. Последний, так сказать, рывок. Отлично. Все, теперь у нас готово все для того, чтобы начать делать, собственно, реактор. Точнее, не делать, а даже, можно сказать, запускать. Так, у меня, правда, нифига, конечно же, не хватает места на то, чтобы сразу все это дело перенести. Так что переносить будем частями. И немножко почистить инвентарь, насколько это возможно. Вот так, наверное. Так, давайте начнем. Где тут наш реактор? Как бы мне к нему подобраться? Проблема. Ладно, я думаю, что если я пока снесу отсюда этот шнурок, ничего страшного не произойдет. Так, давайте начнем расставлять наши компоненты. Понимаю, что это чрезвычайно увлекательное занятие — смотреть за тем, как я расставляю компоненты. Но все-таки, пожалуй, я это оставлю. Пожалуй, я это не буду вырезать. Нет, не так. Я это делаю, естественно, не по памяти. Вы не переживайте, у меня на втором маленьком мониторчике открыта, собственно, схема. Я бы никогда в жизни это запомнить, наверное, не смог. Так. Как-то вроде бы... Нет, не совсем так. Вот это должна идти сюда. Остальное вроде правильно. Так, наши с вами урановые стержни располагаются вот таким образом. Здесь два... Две таких штуки. Здесь наши конденсаторы. Так, и вот здесь вот эта штуковина. Теперь остались наши overclocked heat exchangers. Или как они там бишь называются? Хитвенты. Которых мы с вами делали 21 штуку. Хитвенты, да. Все забрали. Пойдемте их поставим тоже. Я наконец смогу снять с себя этот дурацкий защитный костюм. Хотя, в принципе, это можно было сделать уже. Я же уран весь положил. Хе, ну ладно. Так, это можно делать shift-кликом, потому что все остальное у меня уже установлено. Так, вот дизайн нашего с вами реактора, который будет нам выдавать 520 юзатик. Так, еще нам нужно каким-то образом запитать вот эту батарейку. Потому что наш реактор не включится, если у него нету энергии на мониторинг, как я уже говорил. Давайте, наверное, сделаем обычную батарейку. О, у меня даже есть, оказывается, обычная батарейка. Наполним ее вкусной-вкусной энергией из этой MFE. 10 тысяч ю, я думаю, нам для старта будет больше, чем достаточно. В принципе, даже наверное, хватило бы и меньше, но ладно. Пусть будет 10 тысяч, а то вдруг сейчас что-то пойдет не так. Я не хочу опять 3 часа проводить за крафтом. Кстати, вот все-таки большое спасибо господину алгоритму X за то, что он написал Applied Energistics. Я боюсь себе представить, сколько бы я это делал в ручном режиме. Так, батарейка у нас идет вот сюда. Превосходно. У нас тут появилась энергия. У нас погас redstone сигнал. И, собственно, у нас заполняется наш бэтбокс. Так, ну что, у нас все готово. Я, пожалуй, пока все-таки не буду. Хотя, да, наверное, я все-таки пойду переоденусь. Потому что если сейчас наш реактор вдруг рванет, я хочу, чтобы на мне была какая-нибудь более, как бы это сказать, мощная броня. Чтобы она меня, если что, смогла защитить. О, я снова могу ходить быстро. Счастье-то какое. Так, ну что? У тебя опять закончилась энергия. Как так? Ничего себе ты кушаешь. Есть у меня ощущение, что, наверное, надо туда положить батарейку побольше. Конечно. Как у нас делается, кстати, продвинутая батарейка? Advanced Battery. Нет? Вот эта штуковина. А, Advanced RE Battery. Rechargeable. Делается она, в принципе, не очень сложно. У меня даже почти все на нее есть. Давайте-то лучше сделаем такую батарейку. Кейбл. Два, пожалуйста. Теперь это будет быстро. Система ничем особенным не занята. И... Чего-чего-чего не хватает? Lead Dust. И я только что ее всю переплавил. Фу ты. В процессе производства
урановых ячеек, собственно, побочным продуктом получаются маленькие такие пылинки из свинца, из которых можно потом сделать, соответственно, пыльку цельную. Я, естественно, все это сделал и, естественно, потом все это дело успешно переплавил назад в свинец. Ну да ладно. Так, о, здесь 100 тысяч ю, это даже больше, чем наш бэтбокс. Только один, что вопрос, может ли наш бэтбокс заряжаться от этой батарейки. Сейчас заодно и узнаем. Но я думаю, такого-то количества энергии мне должно хватить на то, чтобы успеть дернуть за рычаг. И надеемся, что обойдемся без взрывов. Опять глубоко провалился. Так, попробуем. Нет, не хочешь заряжаться. Ладно, тогда тебя. И включаем. Та-дам, та-дам. Так, что у нас, как у нас? Все живы? Выход 520 ю за тик. Пока вроде все хорошо. Температура немножко подросла, но это в порядке вещей. У нас наш с вами реактор будет работать в среднем на температуре 100-150. О, батарейка заряжается. Замечательно. Значит, это можно разрядить, пойти успешно назад в нашу, назовем ее так, основную систему. На, кушай, разряжайся. Так, и, наверное, я хочу сделать еще пару вещей из нюклеар-контрола. Я хочу все-таки более точно знать, сколько у меня температура у реактора и все прочее. Мне нужен Industrial Information Panel. Так, мне для этого нужен Electronic Circuit. Один, пожалуйста. И экстендеры. Экстендеров мне нужно будет 5 штук. Тут ничего сложного нет, кроме лайма. А, что-то у меня с кактусами. 22 у меня есть. И bone meal. Сделаем из этого лаймовую краску. 44 штуки аж получилось. Ладно, много не мало. Так, и мне нужен, собственно, information panel. Одна штука. И information panel extender. Раз, два, три, четыре, пять штук. Так, кроме того, мне нужен еще один remote sensor kit. Еще один electronic circuit. И, собственно, один кабель у меня есть. Что-то еще было нужно. Еще один electronic circuit. Как ты тут? Крафтишься? Не повис? Вроде крафтишься. Скрафтился. Как? Был же кабель. Дурацкая система. Съела мой кабель. Так, и вот такую штуку. И... Отлично. Так, еще мне нужен рычаг, но рычаг, я думаю, как всегда, у меня с собой имеется. Давайте присоединим эту панельку, чтобы нам было лучше видно. Я бы, если честно, ее очень хотел поставить вот сюда. Но есть у меня нехорошее ощущение, то что у нее не хватит дальности. Ну, ладно, эту проблему мы тоже можем решить. Так, information panel поставим, наверное, вот сюда. И, собственно... Здесь себе сделаем небольшой проход, чтобы включить рычаг. Так, экстендеры. Раз, два, раз, два, три. И включись, пожалуйста. Так. Теперь, собственно, возьмем пробу нашего реактора. Получим карточку. И карточку вставим вот сюда. Ура! Тебе даже не нужно ничего расширять, ты и так работаешь. Здесь закроем, все красиво. Так, температура у нас 73. Состояние включено. Максимальная температура 12 тысяч. Начинает все плавиться с 10200. А вот формат output, я, если честно, не понимаю, как в данной версии Nuclear Control его можно интерпретировать. Потому что такое 1664 миллибакета за тик, я не понимаю, когда речь идет о ядерной энергии. Ну, ладно. И, собственно, оставшееся время наших с вами урановых стержней 2 часа 44 минуты. Примерно. Но у нас намного раньше случится другая неприятность. Наши с вами конденсаторы, вот, собственно, они уже потихоньку начинают дохнуть. В принципе, ничего страшного, потому что наша система должна отключить реактор, как только у него
поползет вверх температура. Поэтому то, что у нас закончатся наши конденсаторы, это нам как раз на руку. Потому что, если вы помните, мы вот здесь хотели сделать систему, чтобы эти конденсаторы автоматически перезаряжать. Так что давайте дождемся как раз того момента, когда они сдохнут, и я вернусь. YouTube, пока я жду, пока у меня разрядятся мои конденсаторы, я решил посмотреть, что у меня творится с MFI, которая питает нашу Applied Energy 6. Ну что я могу сказать? Да, да, все вполне себе весело. Кстати, я думаю, что если уж пошла такая пьянка, давайте-ка с вами сделаем MFSU. Что-то нам нужно на MFSU, кроме MFI. Так, нам нужно 6 лопатроновых кристаллов Advanced Machine Casing. Давайте сделаем на Circuit. Давайте сделаем Machine Casing. О, у меня он один есть, оказывается. Сможем ли мы из тебя... Нет, не сможем сделать. Ладно. Есть ли у меня... Похоже, что нету. Есть пылька. Почему-то ты не захотела из нее делать рецепт. Раз, два, три, четыре мне нужно делать из этого такую вот штуковинку. Такую штуковинку запихать в компрессор. И нужен еще вот таких штуки тоже две. И кристаллы. Так, это на каждый еще по два Advanced Circuit'а. Всего кристаллов 6, значит, мне нужно еще 12 сёркетов. Один заберем. И еще 12. Один положим сюда. Так, что нам нужно еще? Energy Crystal. Ага, это еще 4 алмаза на каждую 6. 4, ой, 24 алмаза. Ладно. У меня их... Не так мало, чтобы по этому поводу переживать. Засунем их, собственно, в мессератор. Пусть пока перемалываются. Так, как там наши с вами конденсаторы себя чувствуют? О, один, собственно, сдох. Давайте его отсюда заберем. Он нам нужен. Наш реактор сам выключится, не переживайте. Так, мне нужно сделать рецепт. Давайте возьмем лапис. И сделаем рецепт. Конденсатор разряженный плюс один лапис равняется немножко заряженный конденсатор. Энкод. Этот лапис, собственно, надо еще, кстати, взять отсюда. Не знаю, как лучше поступить. По идее, мне сейчас нужно сказать, что вот здесь, как раз в белом списке, есть вот этот самый конденсатор. То есть теперь, как только конденсаторы разряжаются, они должны отсюда автоматически уйти. Вот, собственно, вот ты. Почему ты не уходишь автоматически? Ты должен отсюда уйти. А я перепривязал, собственно, интерфейс, и вроде как все заработало. По крайней мере, конденсаторы отсюда начали уходить. Остался только один, который тоже скоро с ума сойдет. И вот, собственно, как мы видим, у меня моргает редстоун сигнал. Означает то, что температура иногда... превышает 1500, наше пороговое с вами значение. Ну, при всем при этом 1318-1558. При всем при этом у нас с вами все более-менее работает. Так, положим сюда этот рецептик. И, собственно, сделаем еще один. После того, как мы с вами немножко подзарядили этот конденсатор, можно это сделать еще раз. Берем немножко подзаряженный конденсатор, прибавляем к нему лапис и получаем уже прилично заряженный конденсатор на 8001. Собственно, можно было бы сделать еще один шаг, то есть вот этот вот заряженный конденсатор подзарядить еще раз, для того, чтобы он был полный, но почему-то, когда я это дело тестировал в синглплеере, наша Applied Energy система начинает потихоньку от этого сходить с ума. Нам это совершенно не нужно. Нам нужно, чтобы она работала штатно. Особенно в таком страшном устройстве, как ядерный реактор. Совсем бы не хотелось вдруг совершенно случайно из-за какой-то глупости его потерять. Так, и тогда, собственно, остался у нас с вами последний шаг. Нужно сказать нашему экспорт-басу, вот этому вот, то, что экспортируй-ка, родной, вот такие конденсаторы. Крафти их при необходимости. И вот, собственно, у нас здесь начали появляться наши конденсаторы. Четвертый я сюда вставлю ручками. И вот, собственно, у нас начала падать температура. Означает то, что наш реактор работает, и наша система по его
контролю работает тоже. И, собственно, даже наша система по, как это называется, по починке конденсаторов, по зарядке конденсаторов работает тоже. Ну, что я хочу сказать. Мы с вами молодцы. У нас с вами получилась очень неплохая системка. И, наконец-то, я перестану, надеюсь, видеть эти несчастные блэкауты в нашей системе. Собственно, кстати, теперь вот эти 4 генератора мне, по сути, не нужны. И не уверен, что нужны вот эти. Как вы видите, они тоже, собственно, периодически перестают работать из-за того, что уже некуда девать энергию. Но мы с вами делали МФСУ, учитывая, что у нас такой крутой реактор получился. Нам нужно все-таки энергию-то где-то хранить. Так, я думаю, что у нас уже на самом деле все подготовилось для 6 кристаллов. 6. Замечательно. Теперь это нужно зажарить. Нет, в компрессоре сжать. Компрессор. Жмись. Это будет 6 наших с вами кристаллов. Advanced Circuit и Advanced Machine Casing. Machine Casing. Circuit. И MFE еще нужно будет свистнуть. Хотя, блин, она же у нас полностью заряженная. Какой ужас. Может быть, эту свистнуть? Хотя в любом случае их надо будет там менять местами. Хотя, знаете что, давайте я сделаю еще одну MFE. Что, собственно, такого? Так, еще 4 кристалла, это еще 16 алмазов. YouTube у меня по какой-то причине не записалась, точнее, не сохранилась последняя часть записи. Собственно, я себе доделал MFSU и вот сюда вот ее поставил. Как мы видим, то, что здесь уже сейчас все в порядке. Я на самом деле сел монтировать серию, после этого увидел то, что нету последнего куска видео, и вот решил вернуться и дозаписывать. Естественно, здесь изначально было не 40 миллионов. Вот, так что, в принципе, у нас с вами все работает. И даже, наверное, сейчас должны, по идее, поменяться конденсаторы местами. Я очень надеюсь, что это сейчас должно случиться, и то, что это сейчас случится. Хотя что-то как-то они, по-моему, не особенно шустро собираются это делать. Давайте на всякий случай посмотрим, что у нас творится в системе. Не случилось ничего плохого. Как же так? Вот же они два лежат. Понятно. Наша замечательная Applied Energistics опять немножко дурканула. Ну, ладно. Это на самом деле немножко. Я думаю, что периодически менять руками конденсаторы это не очень страшно. Хотя у нас, конечно, есть способ это автоматизировать. Ну, не знаю, ладно. В принципе, вышла версия, называется Final 3 для Applied Energistics. Может быть, в ней исправлена эта ошибка. Я, наверное, попробую все-таки ее обновить. И посмотрим, что из этого выйдет. Хотя, конечно, обидно. Давайте попробуем сбросить крафт. Может быть, так получится. Эх, не видит ее система. Ну, да ладно. Ладно, я сейчас буду разбираться со своей Applied Energistics, а я с вами увижусь в следующий раз, надеюсь, что вам понравилось, если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь, и до новых встреч, счастливо!